Всем привет, с вами Настя, и сегодня я вновь прохожу сладкий челлендж. Передала мне его Алена с канала Алена Let's Play. В этот раз я решила попробовать создать конфетки Skittles. Первое, что вспоминается при мысли об этих конфетах, это фраза «Не кисни, на радуге зависни». И мне захотелось использовать в создании этого персонажа очень яркие цвета. Кстати, помог мне в прохождении челленджа Алексей Поляков. Он сделал для меня яркие леггинсы. Что ж, сладкий челлендж в этот раз получился у меня очень-очень ярким. Надеюсь, вам понравилось. На этом все, с вами была Настя, пока!